Добрый день. Республика планирует выручить от реализации газовых сетей 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и энергетики. Всего в Дагестане планируется объявить аукцион о продаже объектов газораспределительных сетей протяженностью чуть более 3000 километров. В настоящее время Мингосимуществом выполнен весь комплекс кадастровых и землеустроительных работ, мероприятий по установлению охранных зон, формированию и восстановлению границ, обеспечению государственного кадастрового учета. Отмечу, что средства от реализации газораспределительных сетей поступят в республиканский бюджет.